Одеяло, подушки, постельное белье, покрывало, пледы, полотенца. На стендах ярмарки текстиль на любой вкус. Здесь можно найти продукцию от эконом до премиум-класса. Например, абсолютно каждый образец постельного белья из натуральных тканей. Поплин, сатин, бязь, сатин, жаккард. На ярмарке можно приобрести известный своим высоким качеством египетский хлопок. Ткани у нас гипоаллергенные, у нас нет синтетики, у нас только хлопок. Прежде всего нас уже знают. Знают наше качество, то, что у нас хлопок, у нас производители хорошие, поэтому у нас постоянные свои покупатели, которые приходят из года в год к нам. Также в продаже домашний трикотаж, сорочки, халаты, одежда для дома. Выбор и сейчас большой, но организаторы ярмарки обещают пополнять полки передвижного магазина новым товаром. В основном здесь можно приобрести продукцию российского производителя. Все эти покрывала, пледы, полотенца, постельное белье шьют на фабриках Москвы и Иваново. Есть и продукция из китайского Пекина и Гуанчжоу. Кстати, впервые на выставке продажи в Сочи представлен и китайский фарфор, который славится своим высоким качеством. Такая посуда, как известно, это всегда изящные формы и элегантность. Здесь представлен костяной фарфор, который отличается особой белизной и тонкостью стенок изделия. Фарфор у нас очень тонкий, китайский, костяной. Чашки очень легкие, они даже просвечиваются, то есть высокого качества. Думаю, любители оценят. На ярмарке текстиля и выставке продажи фарфора ждут всех ценителей высокого качества, которое прекрасно сочетается с привлекательными ценами. Ярмарка в Сочи будет работать до конца июля. Она развернулась на улице Несебрская, 1Б, в новом выставочном центре. Время работы с 10 до 20 часов. Елена Овсецина, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.